Всем привет, чуваки! Вы смотрите ежедневные влоги Cam with Man. Ветер дует. Мы приехали в автосалон Nissan рядом Datsun. Сейчас будем, короче, выбирать тачку, потому что все, пора Kia менять уже. Мы решили самую дорогую за много-много миллионов взять ее машину. За сколько? Нет, 17 миллионов я хочу такую. Я не знаю, правда, существуют ли такие тачки, короче. На самом деле мы приехали вон за братом, который уже втихаря подобрался, садится в машину. Они просто привезли, точнее он сам один приехал, сдал. Короче, ТО, брать. На ТО, да, сдал тачечку. Все, мы едем куда-нибудь, еще не знаем куда. Ну, да, куда-то едем. Короче, да. Ботанический сад, возможно. Да, наверное. Поехали. Алиска сегодня рулит процессом. Рули процессом, Алиска. Ребята, мы приехали в ботанический сад. Мы здесь, наверное, вообще мы все так изменилось. Мне кажется, здесь не были. А? Как-то не были, ну, ничего вот себе. Я имею в виду в такую вот прям жару. А когда мы были? Мы первый раз были, что, осенью, что ли? Мне кажется, да. Нет. Мы были здесь. Мы были осенью, потому что один ряд деревьев уже листья опали. Может быть. Был нормальный. Не буду спорить, но, короче, сейчас просто все в зарослях в таких. Очень круто. Да. Очень. И здесь воздух прям, он густой такой. Ну, серьезно, густой, такой. Влажный. Да, влажный. И свет. Очень насыщен всяческими запахами. Вкусно. На улице, кстати, 29, да, по-моему? Да, в тачке показывают все 34, но тачка просто нагрелась очень сильно. А так 29. Ну, все разные всяческие гисметию и всякое-всякое показывают разные температуры, плюс-минус 2 градуса. Да, в общем, в Краснодаре началось лето. Да. Настоящее краснодарское лето. Я давно уж хожу, мне пофиг вообще. И вообще, мы сегодня поймали себя на мысли, то, что нам до этого так сильно хотелось лето, так хотелось жары. А просто... Пришла вот жара и такие, да. Может, не так уж жарко, что было, а? Что-то вообще. Да человек, на самом деле, такое животное, которому... Вечно что-то не нравится. Да. Ну, ничего, тело со временем привыкнет. Да, факт. Кайфово, ребят, сидим. Брат с семьей гуляет вокруг заповедника этого, где всякие индюки, индюшечки, ветерок дует. Офигенно просто. Ветер тут... какой-то сильный сейчас поднялся. Да, ну даже немножечко был дождик совсем маленький. Ты покажи просто, куда вот сижу и смотрю куда. Вообще офигенно. Липы вокруг, тут запах безумно сладкий, вкусный. И вот здесь самое то нарвать липы. Потому что, вот это вот все липы. Да, потому что дорога очень далеко. Здесь просто экологически чистый кусочек земли, кусочек Краснодара. Здесь даже, я считаю, что здесь воздух почище, чем в Чистяковской роще стопудово. Здесь потому что намного больше деревьев. По-любому. Здесь и площадь больше. Больше. Здесь деревья другие. Там деревья другие. Там в Чистяковской хвойные всякие, да, есть. Да, плюс Чистяковской еще дороги вокруг, они как-то близко. И она форма немножко такая. Ну да, здесь более правильная форма. Здесь более такой, как типа прямоугольник. Да, и дороги далеко, а мы сейчас практически в центре находимся. Здесь прям... Я готов здесь спать вообще, просто отдыхать. Кайфово. Ну все, ребят, мы покидаем... Хотел сказать Чистяковскую рощу. О, я вижу, где ребят сидят. Или это не они? Не, там. Не. Здесь так кричат птички всяческие и орут эти, господи. Павлины. У тебя в волосах. Да. Липа. Это, липа. А у меня. А у меня начало закладывать нос, у меня ощущение того, что у меня, возможно, какая-то аллергия теперь. Да? Хотя мы ехали с кондером, возможно, просто едем, да. Из-за кондера воспалилось немножко. Да. Вон они сидят аллергии. Всяческие. Да, мне тоже кажется. У меня никогда вообще. Но. Ну, все свои 27 лет, мне 27? Да. 27. Я не помню, чтобы у меня была какая-то аллергия на что-либо.
Тьфу-тьфу-тьфу. Да, тьфу-тьфу, но только если на какую-то всякую дрянь, если когда-то я ела. А, соки покупные. А где сидят? Не то, что аллергия, а типа... Сыпь. Как он? Ну, Дермантин. Дермантин на кожу выступает. Не то, что сыпь, а там, знаете, два пятнышка. Да, два пятнышка появлялось, и все, они потом сами проходили. Эй, голуби, летите отсюда, вам кайфово здесь, наверное, жить. Да, у них там прям булки хлебные валяются, прям цельные. Вон, да, я вижу. Чуть ли не буханки. Слушай, сразу вспомнил, как мы Кешу выпускали и в саду юнатов тусили. Да, да. Они же так же там садились на заборчик. Да. Ребята, мы приехали в Икею покушать, да. Странно это звучит, но это действительно так, потому что икеевский ресторан единственный в Краснодаре, наверное, ну, именно из мест, где можно посидеть. Мы про сейчас про, про сельдерей ничего не говорим. Сельдерей можно прийти купить и покушать вкусно. А здесь можно посидеть, да, и поесть что-нибудь такое из нашего рациона. Нам по пути было так удобно. Да. Уже тачку, кстати, все на ТО там все замутили, все, что надо, сделали. И вот сейчас вот перекусываем и едем забирать ее. Ну, она такая прикольная вообще такая. Господи, мы только что с ботанического сада, тебе что, зелени мало? Мало! Приятного аппетита, чуваки! Ребят, выехали мы из дилерского центра на двух машинах. И так оказалось, что что-то как-то у каждого в голове своя какая-то точка назначения была. Что приехали в разные места, да. Мы приехали домой, брат приехал в Чистяковскую рощу. И такой, я уже, говорит, что, на канатную дорогу идти? А мы только к дому подъехали. Мы приехали в Чистяковскую рощу, сейчас на книжную ярмарку заворачиваем. Ярмарку. Тут просто пробка такая жесткая, что нам пришлось... бросать машину раньше и дуть сюда. Пешком быстрее. Какая же неразбериха случилась. Стояли в очереди, стоим на канатную дорогу. И потом вдруг что-то слышим про какую-то карточку, что-то оплата где-то, касса. Мы такие... Мы видели, как деньги в руки давали. Да. Ну, не знаю, там, может, конечно, какие-то другие деньги были, мы уж не будем ничего судить. Но прикол в том, что нужно идти на кассу, оплачивать. Мы пошли, нашли кассу, причем одна не работает, рядом другая касса детская работает. Мы говорим, где касса? Где взрослая? Где-то там у них. Вот туда нам. Вон, ребята, короче, нас уже ждут, все, мы оплатили, взяли карточку. И эта карточка действует в 4, получается, парках. Да. Или даже в 5. То есть, рождественский. Короче, не билеты дают, а на карточку зачисляется сумма. Сказать, наверное, сумма, да. Они или... там ее снимают, сколько стоит аттракцион. Вот так, так что все. Фух, ну там еще пока детей готовили, поэтому нормально, я думаю. Сейчас никого нет, сейчас будут уже... Слава богу, нет, потому что инструктаж очень долгий. Для детишек очень долгий, потому ну, что... Ну, да взрослому не будет там сильно долго объяснять, он так понял. Раз-раз, прицепил. Ну да. Фу, короче, вы поняли, про что мы. Канатная дорога, сейчас брат... с женой пойдут. А мы будем наблюдать. Мы потом пойдем. Друзья, ну все, после канатной дороги, как мы и планировали, отправили ребят в открытый кинотеатр Чистяковской рощи на... Как это? Иллюзия... Что там? Иллюзия обмана, нет? Короче, ну вы поняли, вторая да? Часть, короче, вторая часть про фокусников фильм, который сейчас идет. Прям очень сами хотим. Куда пойдем? Идем за сосачкой, Маш. А то магазин сейчас закроется. Короче, мы идем в сельдерей и Маше покупать что-нибудь вкусненькое. Сосачки. Да, конфетку. Маша говорит сосачка, поэтому мы тоже так говорим. Нет, она говорит кефетка. Кефетка. Кефетка, да, кефетка. Да. Кефенька. Господи, все забыли вообще. Пиц. Короче, мы как няньки теперь ходим. Сейчас у нас 2 часа, чтобы... Даже больше, чем 2 часа. Ну да, ну 2:15. Чтобы погулять, пошариться, вот, и как-то поотвлекать Машу. Потому что она может сейчас закапризничать, когда узнает, что родители не рядом. Тихо. Завели Машу в сельдерей. И будем пробовать те самые питы. Окрошки. Окрошки, да. Две.
Да, которых нам, кстати, написали, да? Ну, спрашивают, что такое. Нет, да, это другое. А, это другое нас спрашивали. Короче, здесь есть веганский вариант. Мы уже отошли немного от сельдерея. Ребят, вот что такое пита. В смысле, окрошка. Это пита. Лепешка такая, причем она домашняя здесь. Внутри салат, хумус, помидоры. Да, как помидоры. И вяленые простые. Да, вяленые помидоры, кстати, это тема. Реально, придает вкус такой, ну, более богатый. То есть там специи, да, что-то такое. Ну, что-то такое, типа, копченое, кажется. Вот, вообще очень вкусно, на самом деле. Миша уже не выдержал. Смотрите, а Маше подарили вот такой вот маффин. Малиновый. Да. Так что спасибо сельдерей за маффин. Да. И спасибо за офигенную... за окрошку. Да, почему окрошка? Да, это прикольно, что окрошка, но она не в квасе, не в минералке. Но в то же время окрошка. Да, прикольно. Короче, все, сейчас подкрепимся и пойдем дальше гулять. У-ху! Ребята, уже осталось минут буквально 10 до конца сеанса. Сейчас давай встанем здесь у фонаря. Ягоды падают. Мы погуляли, Маша и побегала, и погуляла. Да, мы реально, мы не думали, что она будет проситься домой. Все, идем. Пойдем. Все, ребят, раз ребенок просит, едем домой. С вами увидимся завтра. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. Оставайтесь вместе с нами. Покеда! Половина была разбита, половина...